Сделали несколько еще махинаций. Вот тут у нас в пакете мозги с проводами. Для пробного заезда поставили нулевичок. Поставили уже и подключили гидроусилитель и часть выхлопной системы, чтобы звук был чуть-чуть более приемлемый. Видите, какое шикарное сиденье Рикаро стоит. Справа Момо. Сейчас попробуем завести нашу лялечку. Звук стал поприятнее. Где-то там теперь выходит у нас где-то там труба. Сейчас погазую, послушаем. Чуть-чуть повеселее. Ну все, следующее видео будем пробовать делать на тестовом заезде.